Мы принимаем решение, куда идти. Мы сейчас находимся в кантоне Фрибург, недалеко от Шато До. И думаем, куда нам идти. В сторону Лак Безон. Куда, вот, видимо, только 30 минут весь маршрут. Либо в ту сторону Пик де Шасси. Но что-то мне подсказывает, что там довольно холодно, потому что наверху лежит снег. И маршрут начинается довольно сурово. Так что мы идем туда. Где сложнее, туда идем. За очень резкого уклона. Какая же красивая. Я не очень понимаю, когда профессиональные хайкеры и ходоки в горы говорят о том, что в горы нельзя ходить в джинсах. Изначально джинсы были придуманы как удобная рабочая одежда. Главное — обувь и палки. Вот. Вот та речка, которая там вытекает водопадом, и мы ее пересекали. Сейчас мы пойдем к ней поближе. Нога? Даже вон какая есть. Может быть, колонка, я не знаю. Да. Здесь прям подошва. Майор завелся. Плотинку, видимо, строить будет. Что ее даже нарушать не хочется. Я боюсь, что лавина сойдет. Ну, то.
она тут сходила. Угу. Еще недавно. А если я закричу, они подумают, что что-то случилось и вызовут эту помощь. Амбулянс вызовут. Так, ладно, пойдем. Подходим к перевалу. Мы вышли к озеру. Отлично. Путь. Дорогу. Что ж ты сделал эту улитке, а? Сейчас мы с вами можем наблюдать типичный дом швейцарского зверя. Очевидно, что тут, наверное, живет какая-нибудь лиса или огромный сурок. Видите, он украсил свое жилище ландшафтным дизайном, цветочками. Она сейчас выскочит и надает нам. Ой. Это? Так, это экономика России. Он, ой, как полетело. Подпрыгивает. Ох! Он даже раскололся. Да. Вот так вот состоятельные швейцарцы развлекаются на выходных. А вот так вот развлекаются несостоятельные. Точно. Не. Я тут об камушек поцарапала. Да там даже не видно. Тебе не надо мазать зеленкой. Пожалуйста. У меня же есть зеленка, надо ее использовать. Мы идем по тому месту, которое зимой является горнолыжной трассой. Здесь едут. И да.